Джоди? Джоди, где ты? Они здесь. Они вернулись. Боже, Джоди, что с тобой? Я устала. Так устала. Я больше не могу. Скажи, где ты? Я приеду сейчас же. Джоди! Джоди! Что это было? Я уже думал, ты не оклемаешься. Где я? Ты у меня дома. Не дворец, а то... Тихо. Я нашел тебя на улице полумертвую. Да, пару дней назад. Ты меня выхаживал? Да ладно, перестань. Не бросать же тебя. Подыхать, как бездомную собаку. Я Стэн. А ты кто? Джоди. Ну тогда добро пожаловать, Джоди. Хорошо, когда есть с кем поболтать. Кофе? Крепкий, вкус дерьмовый. Зато согреешься. Горячо. И давно ты на улице?
пару недель. Где-то так. Я уже года три. Столько раз думал, вот-вот загнуть. Или крыша поедет. Но ко всему привыкаешь. Даже к такому. Убежала? От предков? От парня своего угадал? Нет, все не так. Проблемы с законом? Знаю, это вообще не мое дело. Если ты не убийца, мне все равно. Тебе есть куда пойти? Семья? Друзья? Хоть кто-то? Нет. Кое-кто есть, конечно, но я не хочу его видеть. Не сейчас точно. Можешь остаться здесь. Добра немного, но что мое, то твое. Ага. Зачем ты мне помог? Ты бы замерзла насмерть. Я мог помочь тебе и помог. Чё тут такого? Знаешь, зря ты меня спас. Я понимаю. Понимаю. Мы все через это прошли. Иногда нужно сжать зубы, подождать, пока отпустят. У каждого из нас есть свое место. Просто иногда его не сразу можно найти. Спасибо, Стэн. Ладно. А кто остальные? Вон там, видишь, Волтер. Он любитель выпить, но мужик хороший однозначно. А это Джимми. Когда у чувака ломка, лучше держись подальше. А она суббота, беременна. Ее жалко. Привет. Привет. Пришли результаты анализов.
в покое. Эй, ты! Ты поосторожнее, он очень острый. Еда кончилась. Надо что-то делать. Ты хочешь поучаствовать? Ну да. Берем 5 баксов хотя бы, будет нам горячий ужин. Давай здесь. В холода обычно больше подают. Есть хочется. Придется немного потерпеть, ничего не поделать. Отвлекись на что-нибудь. Как же холодно. Много времени на это уйдет? Трудно сказать, это уж как повезет. Может, пару часов, может, неделю. Эй, Стэн. Я думаю, нет смысла вдвоем торчать в одном месте. Да. Я пойду вон туда. Будь осторожна. Превратился этот город. Ты новости смотришь? Если не в курсе, в стране кризис. Кому-то просто не повезло. Да, это точно.
Я не ела. У вас... У вас есть... Хоть что-нибудь? Вали! Бродяг не пускаем. Эй, детка, не хочешь подзаработать? Есть предложение. Вы хотите помочь? Ну, я могу тебя порадовать в обмен на услугу. Дам 10 баксов, если пойдешь со мной. Десять. Ладно. Ну что, пойдем, детка? Нет. Я не могу. Нет? Что значит нет? Не смей говорить мне нет! Слушай, детка, открой рот и давай приступай, а не то я очень разозлюсь. Ну, круто. Держи.
А я ему сказал, не нравится, тогда вали. И что? Заткнулся. Так с ними и надо. Бургеры — это вкусно. Но и пицца тоже. Просто еда. Это сложно. О, Джоди. Что у тебя? $5. Наберем и купим еды. Постарайся. Надо. Я пойду. Хочу есть. Надо достать денег. Иди. Твоя гитара? Ну да. Я себе чуть все пальцы не отморозил на таком-то холоде. Хочешь сыграть? Попробуй. Thank you.
Надо же. Спасибо. Ну вот. Надо глянуть, как там Стэн. Набрал. Мало. А ты? Джоди, откуда столько денег? Нашла. Там был парень с гитарой. Я умею играть. Ну и заработала. Вот, слушай, круто. Мы теперь богачи, да? Жди здесь. Я пойду за едой. Папаша. Мне не нужны проблемы. Проблемы? Какие проблемы? Что за слова такие? Дядя, ты что, совсем оказался? Типа от нас одни не проблемы, надо, понимаешь? Да. А то как же? О, черт! Видали? Видали, как он крафтит своим жену? Ну-ка, отошли от него. Ну вот дела. У бомжа-то нашего есть подружка. Снимай это, пусть все видят, что мы делаем с Увидимся. Ну и я! Круто ты их. Я в армии научилась. Да, но их было четверо, а ты одна. Они дебилы. Драться не умеют. Пойдем. А то еще вернуться. Ладно. Давай, Джоди, угощайся. Эй, есть даже шоколад на десерт. Шоколад? Я даже не помню, какой на вкус. Что это с тобой, Стэн? Подрался. Если бы не Джоди, мне конец. Вы бы видели, их было четверо. И она их всех уложила.
А ты скоро тебе рожать? Через месяц. Ребенок что-то давно не шевелится. Я уже волнуюсь. Ее парень избивал. Не хотел ребенка. Он бы ее убил. Ты что, их знаешь? Я их раньше видел. Шпана приходит сюда кулаки размять. У них эти телефоны с камерами. Они так развлекаются. Чувствуют себя крутыми. Да отморозки они. Меня тоже били. До сих пор не отошел. Давно вы тут живете? Я пришел сюда полгода назад. Встретил Уолтера, потом Джимми. А суббота с нами сколько? Недели три? Суббота? Почему такое странное имя? Я ушла из дома в субботу. Первый день новой жизни. Ну а ты, Джоди? Мы так о тебе ничего и не знаем. Как ты оказалась на улице? Я делала ужасные вещи. Потом поняла, что меня используют. Дело в том, это звучит странно, понимаю. И я не такая, как все. И всю жизнь из-за этого мучаюсь. В смысле не такая, как все? Я не понял. Да уже не важно. Суббота. Хочешь узнать, как твой ребенок? Дай мне руки. Можешь не волноваться. Все в порядке. Но откуда ты знаешь? Знаю. Я видела. Бедный Джимми. Джимми? А что с тобой? Холодно. Я так замерз. Что ты сделала? А
Пойду-ка я выпью на сон грядущий. Спасибо за угощение. Пойду прилягу. Спокойной ночи. До завтра. Ее начались схватки. Нужна скорая! Нужно срочно ехать в больницу! Нет! 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 Не в больницу! Я не хочу! Они заберут моего ребенка! Господи, боже мой! У нас же ничего нет! Ни простыни, ни одеяла, ни горячей воды! Сама подумай! Тихо, тихо. Успокойся, спокойно. Справимся, справимся. Так, Джимми. Тут рядом заброшенный дом. Знаешь, проберись внутрь. Я побежал. Давай. Уолтер сидит тут, присматривает за субботой. Джоди, идем. Раздобудем все, что нужно. Суббота! Не вздумай родить, пока мы не придем, ладно? Я постараюсь. Но лучше бы вам поторопиться! Джоди, быстрей! Что мы будем делать? Искать врача? Нет. Все равно нет денег, чтобы заплатить. И что мы будем делать? Слушай, я хочу дать ребенку шанс, пусть даже крохотный, выжить в этом мире. Ему нужно тепло, и подгузники, и бутылочка, и нормальная одежда, и все остальное. Он не должен родиться в куче мусора под мостом. Какие идеи у тебя? Никаких. Придумаем что-нибудь. Ведь там есть все, что нужно. Надо только открыть. Зараза! Ну не может быть! Должен быть способ! Я открою. А? Как? Как откроешь? Увидишь. Открывающая дверь. Кнопка. Надо найти кнопку, чтобы открыть дверь. Давай объясню потом. Берем все, что нужно, и уходим. Взял все, что смог.
Ладно, пора валить отсюда. А вот и вы. Быстрее. Вода отошли. Ты смог забраться в этот дом? Да-да, с ней там Уолтер. Надо торопиться. Начинается, я думал, не успеете. Что теперь? Вы знаете, что делать? Уйдите! Все уйдите! Кроме Джоди. Пусть Джоди останется. Ты понимаешь, что для меня это все в первый раз? Для меня тоже. Просто не хочу, чтобы... Они видели, как я горячусь, твою мать! Ладно, не волнуйся. Мы разберемся, что надо делать. Мы разберемся. Чего тут сложного может быть? Так, давай помогу снять. Я застелю матрас. Держись. Ладно, сейчас родим. Дыши. Слышишь? Давай, суббота. Дыши ровно. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Я дышу. Дышу, я дышу. Давай, тушься! Тушься! Уже почти все! Слышишь? Все нормально, слышишь? Все идет очень хорошо, правда? Я ее вижу! Вижу головку! Чуть-чуть осталось! Тушься! Тушься! Ты справилась. Перережем пуповину. Девочка. С тобой пришлось нелегко, но мы справились. Ты и я. Все хорошо.
Теперь все будет хорошо. Я позову всех. Ух ты, такая кроха. Девочка, моя Зои. Охренеть, хороша чертовка. Эй, следи за языком, Уолтер. Она уже все понимает. Она не то что хороша. Она просто богиня. Куда бы мы без вас? И Джоди. Чудо, Джуди. Наше чудо. Что? Господи! Где остальные? Уолтер на этом этаже. Джимми, Суббота и Зоя наверху. Уходи, я их вытащу. Нет, нет, я с тобой. Нет, нет, я сама справлюсь. Но... Иди отсюда, сказала! Спасите! Айзен, выбивай дверь! Суббота! Суббота и ребенок! Они наверху! Надо вытащить их, пока тут все не сгорело! В чем дело? Быстро! На выход! Малышка! Спасай малышку! Та дверь!
боже мой, ты жива! Не знаю, как ты это сделала, но это просто класс! Зоя, как Зоя? Хорошо, все хорошо. Чего пожар-то начался? На! Красота! Че так бензина, зажигалка, тараканы побежали с гнезда. Ненавижу хэппи-энды. Я сказал, увидимся. Эй, не тронь ее! Вы, тараканы! Теперь уже не такая крутая. Нет! Нет! Ты снял, Эд? Да, крупным планом. Ладно, парни, сваливаем. Уроды! Она не дышит. Она не дышит! Как настроение, Джоди? Хорошо? Ну что ты? Теперь наденем эту штучку. Помнишь? Наша корона. Сказал нет. Хватит ныть. Мы теряем время. Шато Марго, 2001. Продавец сказал больше. Ты будь устроен. Ребята, это Джоди. Она из... Не лезь. Ну что ты везде сидишь? Шато Марго в этом мире тысячи первых тепловец. Подгузники и бутылочка, и нормально один. Он не должен родиться в куче мусора под мостом. Скажи. Я вот. Ты чудо, Джоди. Существа вам. Я умерла. Это женщина. Зачем ты это показал? Он... Это мама? Хочу назад! Не хочу остаться с тобой, Айден! Айден!
Айден? Ну зачем? Я не хотела назад. Да, это она. Сотрясение, травма черепа. Уже несколько месяцев в коме. Можно к ней? Мы из ЦРУ. Она обвиняется в измене. Хотите, покажем вам ордер на ее арест? Понял. Пойдемте. Где она? Странно. Была здесь, это ее палата? Черт. Она через окно ушла. Не может быть. Мы на пятом этаже. Не выпрыгнешь. Сообщи. Нам нельзя ее упустить. Мэм, все в порядке? Мэм!